Завершився сезон вуличних культур у місті Харків. Було зроблено дуже багато проєктів. Street Culture Games пройшов у перший раз, створили ще один Urban Park на Саутівці. За этот год было сделано очень много разных мероприятий разного формата, начиная от фестиваля, заканчивая играми Games. Этот замечательный год принес нам первый Street Culture Games в истории. Несколько туров, грандиозный финал, огромные масштабные события, открытие новых урбан-парков и большая дорога вперед. Этот год нам показал, что нет горизонтов, что надо просто работать, и тогда все будет. В этом году мы провели глобальный турнир. Он состоял из 6 отборочных турниров и одного большого финала. С каждым новым урбан-парком, да, с каждым новым турниром прибавляется все больше и больше любителей уличного футбола. В этом году мы провели 6 контестов в рамках Street Culture Games по фингербордингу, в которых в круговую участвовало порядка 32-35 райдеров. В этом году наша команда сделала большой прорыв. Вот, как в харьковском, так и в украинском, даже в международном движении воркаут. Мы получили сертификат «Рекорд Украины» по максимальному количеству проведения спортивных мероприятий – 75. Также мы провели 5-й по счету уже ежегодный традиционный чемпионат Украины по воркаут-баттлам. И мы сделали уже наяву тот проект, который у нас был давно в голове заложен – это битва районов города Харькова. Мы уже строим планы, стратегии на следующий год. Мы видим, куда мы будем идти, как мы будем развиваться. Мы знаем, кто нам поможет. Мы знаем, что чем больше мы работаем, тем шире наши горизонты. На следующий год очень хочется все это минимум умножить в 2 раза и вынести за пределы Харькова, и чтобы это все было на территориях Украины. Планы на будущее у нас какие? Развивать дальше фингербординг. Я как амбассадор, как человек, который производит фингерборды, буду все делать возможное для того, чтобы люди катались на хороших, проверенных, качественных досках, развивали себя в этом направлении. Год продуктивный, в следующем году планируем не отставать, повторить тот успех, который есть, и его даже приумножить. На следующий год планируем еще много турниров, я думаю, не только в Харькове, и у нас будет еще больше участников. Далі дуже багато планів, дуже багато проєктів. Великий тур Україною з Міністерством молоді спорту. Дуже багато буде новому, тому підписуйтесь на Street Culture в Інстаграмі, Фейсбуці, Ютубі та дивіться за нашими пригодами у наступному році. З Новим роком! Remy.